Маша. Я Лиза. И сегодня мы будем готовить брауни. Это такой шоколадный тортик. Только он будет с бананом. То есть шоколадный и бананный брауни. Нам для ингредиентов понадобится сахар, соль, мука, шоколад, какао, масло, яйца, ванильный экстракт и бананы. Начнем с шоколада. Мы положили весь этот шоколад в наш маленький мешочек. Теперь мы его будем раскатывать в скалку, чтобы она была такая мелкая-мелкая. Вот зачерпываем наш какао. Я уже одну ложку положила. Надо 3 столовые ложки, а для всех других ингредиентов пропорции будет в конце. Вот, наливаем нашу горячую воду и все перемешиваем. Дальше надо сделать, надо налить 5 столовых ложек подсолнечного масла и перемешать. Теперь, когда мы перемешали, вот надо добавить сливочное масло. И теперь опять мешаем, чтобы у нас была такая гладкая гуща шоколада. Добавили 1 чайную ложку вот этого экстракта. И мы веничком все это перемешали. И потом мы сейчас добавим 2 яйца. И хорошенько размешать. Вот теперь мы размешали нашу массу, и мы сейчас добавляем бананы. Нам понадобится черный банан, если у вас есть. Это самый лучший. Самый лучший, потому что они собирают весь сахар, и они очень хорошо, чтобы печь, потому что они мягкие, их можно просто раздавить. Мы решили не класть сахар, потому что у нас уже есть очень много шоколада тут. И бананы уже сладкие, поэтому мы думаем, это будет чуть-чуть перебор с сахаром. Это как вы думаете. Теперь мы сейчас добавим соли. И размешаем. Вот мы уже немножко перемешали. И сейчас Лиза будет постепенно добавлять муку. Почему постепенно? Потому что будет легче мешать. И чуть-чуть по чуть-чуть у вас должно формироваться ваше тесто. Мы решили угостить друзей нашим тортиком, поэтому мы разделили на 2 формочки. Теперь мы готовы их в духовку на 25 до 28 минут. Очень вкусно пахнет. Наш тортик, сейчас мы проверим, если он испекся. И его как проверяем, надо взять зубочистку, ее втыкнуть. Если тут сухо, и тут и есть сухо, значит, и надо, и тут сухо, то значит, что, наверное, он пропекся. И теперь мы оставим его остынуть на чуть-чуть, и потом будем есть наш вкусный тортик. Пока!